Перед отделением Халык-банк по улице Аскарова вновь огромная очередь. Среди собравшихся пенсионеры. По словам пожилых граждан, они пришли за пенсией. В связи с тем, что 1 и 2 июля были выходными, перевод денег будет осуществлен до конца дня, заверили специалисты. Но это пенсионеров не расстроило. Они рады встрече со знакомыми, шутят, а также делятся новшествами. Как утверждают они, даже повышенная пенсия с июля не спасает. Цены растут с каждым днем. Если от базовой пенсии, то это незначительное будет повышение. Это незначительное повышение. Потому, судя, какие сейчас расходы, да, очень высокие цены на продукты, поэтому существенно ничего не будет. Аптеку нельзя исключить. Вот смотрите, все мы пожилые, да, все нуждаемся в каких-то таблетках и препаратах. Ну, очень скромно. Хамбал, скромно. Напомним, размеры солидарных пенсий повышены на 11% с учетом 9% повышения в начале года. Размер базовой пенсии будет повышен на 13% с учетом 7% повышения в начале года. Таким образом, с 1 июля 2017 года обеспечено повышение размеров пенсии до 20% по сравнению с уровнем 2016 года. Это повышение касается всех пенсионеров, что составляет более 2 миллионов человек. С 1 июля у нас завершился перерасчет пенсии, пенсионных выплат. Это пенсия по возрасту и базовую пенсию. При назначении пенсии пенсионных выплат по возрасту, среднемесячный заработок для назначения пенсии будет браться раньше 41-кратный месячный расчетный был. На сегодняшний день она будет вырастет на 46-кратный месячный расчет показатель. Размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка с 1 января 2017 года повышен на 7%, а с 1 июля 2017 года повышен еще на 20%. В результате в текущем году в сравнении с 2016 годом рост составит 27%. По очередности 1, 2, 3 ребенок, если родился в семье, им выплачивается единовременно выплата в размере от 86 тысяч. А что очередность ребенка 4 и более, им выплата повышается на 146 тысяч. Если у вас возникли вопросы, можете обратиться в районное отделение департамента Межведомственно-расчетный центр социальных выплат по Южно-Казахстанской области по месту жительства. Напомним, областной департамент Межведомственно-расчетный центр социальных выплат переехал по адресу Казбек-Би-52.